Те, с кем мы не знакомы, я в двух словах расскажу о себе и, собственно, почему там, я решил сегодня что-то рассказать. Как я сказал, меня зовут Максим, я, в принципе, плаванием не особо увлекался в детстве, хотя у меня отец профессиональный пловец и тренер по плаванию, но так иногда бывает, когда, ну, в общем, не обязательно дети идут по стопам родителей. Вот я не шел по стопам своих родителей. А и в позднем уже возрасте решил только это все нагонять. Вот, в частности, плавание. И такое первое более-менее осмысленное занятие у меня было по плаванию в 2009 году. Это, в принципе, уже немало, 8 лет назад, когда я решил сделать Ironman. Есть кто-нибудь в зале, кто решил сделать Ironman в своей жизни? Ну, или мечтает когда-нибудь сделать Ironman. Ну, не стесняйтесь, поднимите руку, кто, правда, когда-нибудь хотел бы сделать Ironman. Классно. Здесь есть места. Ну, тогда вам тоже, может быть, это интересно, все, что я сегодня расскажу. Все, укомплектовались. Отлично. Ну, в общем, я вот в 2009 году решил сделать Ironman. И более того, вообще какой-то первый триатлон хотя бы на пути к Ironman. И для этого надо было научиться плавать не просто от бортика до бортика в бассейне, а чуть подлиннее. Я прошел через определенный путь поиска тренера. Мы тогда с родителями в разных городах жили, и я не мог к папе обратиться и сказать: слушай, помоги. Точнее, я к нему обратился, он сказал: ну, могу тебе помочь. И он по своей спортивной линии посоветовал мне тренера, который там на Олимпиаде 80 типа был призером, пловец. Ну, вот, я пришел к нему в бассейн Олимпийский. Ну, он как бы воспринял меня, как я по рекомендации пришел, то есть... Он так очень вежливо, ну и говорит: ну давай, проплыви, вот, посмотрим. Потому что он думал на полном серьезе, что я как бы серьезный спортсмен, и вот меня отправили к нему подточить вот финальные там штрихи. Ну, в общем, я проплыл от бортика до бортика еле-еле, потому что это было 50 метров. Я охренел плыть 50 метров кролем. Вот, я доплыл до борта и вот так вот, ну и он так обошел и подошел ко мне, говорит: ну... В целом, говорит, можно в группу здоровья пойти. Вот. У нас, говорит, по четвергам тут вот плавают. И я пытался ему объяснить, что я не хочу в группу здоровья, я хочу плавать серьезно. Ну, как мне казалось, серьезно. Вот он этого не очень понял. Ну и, в общем, я говорю: ну, а что я вообще делать? Он говорит: ну, плавай. Вот. Я говорю: ну, хорошо. Я говорю: сколько плавать? Он говорит: ну, плавай. Просто. Чем больше, говорит, тем лучше, плавай. Хуже, говорит, не будет. Ну вот. Вот такие у меня были занятия с первым тренером. Ну, потом бы я там сказал папе: слушай, говорит, не подошел тренер по формату. Говорю: можно что-нибудь попроще? Он говорит: ну, проще нету, говорит, ну там есть еще вот другой тренер. Я пошел к другому, созвонился с ней женщина. Вот, созвонился. Она говорит: ну, приходи, типа, у нас будет тренировка тоже в Олимпийском. Я пришел, тренировка, там несколько ребят из сборной России по плаванию, несколько из молодежной сборной, ну и типа там зюшор. Ну, вот, и они плавают, такие акулы, там 5 дорожек занимают. То есть, ну, просто космос. Я даже прыгать не стал. Я сказал, что я опаздываю на работу, и не подрасчитал время, и, в общем, ушел. Вот. Ну и потом в фитнес-клубе, у меня была карточка в клуб, и я там вроде. Но я видел, как этот, ну, тренер и там занимается. Это примерно он там в телефоне что-то там с кем-то, видимо, в WhatsApp переписывается или там, не знаю, что, в Facebook. И этот человек плавает, он говорит: ну, давай еще на ногах. Вот. Ну и там дальше. Ну, теперь на руках. Вот. Ну и вот так, я думаю, блин, я не готов вообще к такому. И сложно было, правда. Вот, то есть сейчас это уже чуть проще стало, и там I Love Swimming появился, и какие-то аналоги, но тогда было очень сложно найти вот какое-то понимание именно, что ты хочешь проплыть 4 километра и не устать. Ну, я более-менее нашел там, начал заниматься. И потом мы с моим хорошим приятелем, его зовут Михаил Иванов, может быть, кто-то из вас знает его или заочно знает. Он раньше занимался книжками и издавал книги издательством «Ман Иванов Фербер». А сейчас он увлекается триатлоном и живет в Колорадо. Вот. И мы с ним поехали на
тренинг Total Immersion в Калифорнию. Ну и, в общем, там очень здорово началось мое плавание. Точнее, ну там продолжилось. Вот я узнал методику Total Immersion, познакомился с Терри Лафлином, познакомился с несколькими тренерами из его команды. Обалдел вообще от того, как можно работать с людьми, и какая это, ну, то абсолютно другая планета. С нами в бассейне, в Total Immersion, ну, те, кто в свиминге занимается, вы знаете, там тренер многое время проводит в воде, потому что там, ну, что-то опустить, приподнять, вот, гораздо проще, когда он в воде. Вот, и мы приехали в эту Калифорнию, и с нами тренер в воде. А потом мы за обедом с ним разговорились, и оказалось, что он, ну, такой обычный мужик, как бы нормально, все помогал нам, все было классно, видно, что знает, что делать. Ничем, как бы, ну, не выглядит, как вот эти вот все Майкл Фелпс, там, все остальные. А потом оказалось, что он переплывал Ла-Манш в прошлом году. Ла-Манш — это из Великобритании во Францию, 38 километров. Вот, и не просто Ла-Манш, а как бы Ла-Манш туда и обратно. Да, есть такой вариант, то есть вариант просто переплыть Ла-Манш, а есть вариант переплыть Ла-Манш и потом как выйти во Францию, и потом зайти обратно в воду и вернуться. Вот. Ну, да. Вот. Ну, я так, ну, прям проникся. Вот, но если про мою историю с плаванием, то есть мне так понравилось плавать, я научился, у меня стало получаться. Я в 2010 году проплыл Босфор первый раз в своей жизни. Это вообще был первый такой большой заплыв на открытой воде. Я занял 4-е место там в H-группе 25-30 лет. И это был хороший результат. То есть 25-30 — сильная H-группа, и там много спортсменов. И, вот, и меня так это заворожило. Я даже хотел пойти к этому первому, который в группу здоровья меня отправил тренера, и сказать ему: слушайте, вот так получилось. Но я не пошел. Вот. А я решил, что я когда займу призовое место, я тогда к нему приду. Я на следующий год поехал снова на Босфор, чтобы попасть в призы. И был там 6-й, и больше как бы не ездил. Вот. А мне очень понравился Босфор, и очень понравилась открытая вода. Потом я сделал в 2012 году свой первый Ironman, и потом еще 5 раз сделал Ironman, и, в принципе, научился плавать и не уставать, что было главной задачей для триатлона. Те, кто поднимал руки за Ironman, ваша задача в Ironman — это проплыть 4 километра так, чтобы вы просто кайфанули, зарядились, ну, как бы проснулись с утра, потому что старт рано, в 7 утра, вот, и, ну, и все, и были готовы к велосипеду. Вот, все, других задач нет. Ну и при этом уложились в лимит и желательно быстро проплыть. Ну, вот. Ну да, это базовое правило. Вот. Я в своем, ну там, в первом Ironman у нас отменили гидрокостюмы, поэтому я плыл 1:10, 4 километра, а во втором Ironman гидрокостюмы разрешили, и я проплыл за 59 минут, и с тех пор я как бы в Ironman, в принципе, плаваю в районе часа эту плавательную дистанцию, и это абсолютно нормальная тема, если ты как бы с умом тренируешься, ну, как мне кажется. То есть вот, ну, 1:20, вот тот промежуток, который в каждом из здесь сидящих по силам. Вот, и не устать за это время. Вот, после Босфоров и Айронмена, и точнее параллельно с этим, мне понравилась открытая вода как отдельный вид спорта, и появилась идея переплыть что-нибудь чуть больше, чем Босфор. Ла-Манш многовато. Ну, я подумал, что можно какую-то середину найти. Серединой оказался Гибралтар. Это пролив, разделяющий Испанию и Марокко. Ну и, соответственно, Европу и Африку. И соединяющий Атлантический океан со Средиземным морем. Прикольное место. Я там никогда не был до этого. И у меня две задачи было, я хотел там побывать и хотел переплыть. А потом, когда мы списались с Рафаэлем, с кем уже не единственный я в этом зале знаком с Рафаэлем, это человек и его там бригада, которая делает саппорт на заплыве. То есть ты не можешь через Гибралтар плыть в одиночку, потому что там корабли, там, ну, граница, в общем, охрана, и тебе нужен саппорт. Ну вот, в виде лодки, хотя бы одной, и в виде разрешенных, ну, разрешительной документации. Ну вот, и в Испании есть команда, которая помогает все оформить. Вот, заплыв через Гибралтар — это одиночный заплыв, ну, то есть это соло такой, не, там нет 1000 людей, там максимум можно плыть вчетвером, вот, минимум одному. И мы с ним списались, это был 2012-2013 год. Вот. Запись на год вперед. Я не знаю, ты, кстати, за сколько записалась? За 2. Да. У нас есть человек, который этим летом собирается переплыть Гибралтар.
Махни рукой. Страна знает своих героев. Вот. И я тоже за 2 года, привет, записался, но испанцы там в свойственной манере забыли, в общем, что я записался, и поэтому еще сдвинулось. Но в 2014 году мы поехали туда втроем и переплыли, в общем, из Испании в Марокко, 17 километров. Это была такая моя первая большая открытая вода. Мы стали первыми русскими, ну, первыми из России, кто вообще переплыл Гибралтар, потому что до нас никто туда не ездил. Вот. В общем, мы приехали. Ну и мне продолжает нравиться плавание, есть цели дальше. И из экстремальных плавательных дисциплин я участвовал в 2 экстремальных триатлонах. Это Норсман в Норвегии и Кельтман в Шотландии. Там 4 километра плавания, но с нюансами. В Норсмане этот нюанс заключается в том, что температура воды около 10-11 градусов, и там просто холодно. Это фьорд норвежский, и ты прыгаешь в 5 утра с корабля в воду и плывешь 4 километра до берега в воде 10 градусов. Вот, это очень специфичная история, и у меня есть сегодня в плане рассказать вам об акклиматизации. Кому это предстоит, холодное плавание. И второе — это Кельтман, он был в прошлом году. Кельтман... Его специфика в том, что там тоже холодная вода, это Северная Шотландия, но еще там очень много медуз. Если кто-то был вот в северных морях, ну типа Ла-Манш, вот Британь французская, или Англия, или Северная Англия, там Шотландия, то, может быть, вы видели в море, то есть там такие поля медуз, они так как бы там... Ну, в общем, перемещаются. Да, живут. Вот. И в Кельтмане это триатлон... Первый этап — это плавание 4 километра через бухту насквозь. То есть тебе надо переплыть бухту с одного берега на другой. И в этой бухте всегда есть медузы. То есть, там, и нам рассказывали, что там будут медузы, типа, приготовьтесь. Вот, но мы даже не догадывались, что там просто будут только медузы и все. То есть там не было воды, были медузы. Саша, можешь включить какую-нибудь заставочку плавательную? Ну так, для фона. Вот. Я ни разу в жизни до этого не плавал в таком супе из медуз. Вот. То есть просто были медузы и все. Ну вот. Но это вот из такого моего опыта, соответственно, что было. Из того, что будет, ну, надеюсь, будет. То есть мне очень нравится плавание, и поэтому я, собственно, хочу вам кое-что, что знаю о нем и какой у меня опыт есть, рассказать. Есть много интересных проливов, которые можно переплывать. Вот. Есть маленькие проливы, есть большие проливы, есть очень большие. Да, есть холодные, есть теплые. Вот. И везде свои нюансы. И один британец, он придумал такую историю и задал тон, как в альпинизме. Есть 7 вершин. Это, ну, самые высокие вершины на континентах, на разных. А также и в плавании теперь вот есть... Seven Oceans они называются, это 7 проливов в различных океанах. Вот. Ну и, в общем, мы планируем постепенно двигаться в эту сторону. Один есть, Гибралтар входит в Seven Oceans, так что успехов тебе давай будет тоже. Вот. И, ну а дальше есть прекрасные проливы, например, пролив Кука в Новой Зеландии, это между 2 островами. На Гавайях есть пролив между 2 островами, в Калифорнии есть Каталина, пролив между Лос-Анджелесом и грядой островов Каталина, Айлендс. В Японии, ну, в общем, много где можно плавать. Из Средиземноморья можно плавать в Греции классно, просто так, с острова на остров. Вот, можно плавать где, ну, например, Корсика, Сардиния, прекрасное место для плавания. Есть очень крутой заплыв, организованный заплыв. Я мечтаю когда-нибудь в своей жизни проплыть, и, может быть, я все время подбиваю Сашу вот, собрать эстафетную команду из пловцов I Love Swimming. Я бы с удовольствием сам в ней принял участие. Это заплыв... Да, кстати, если у кого-то будет желание, мы можем сбиться в кучу, потому что в одного, наверное, пока много, но там вчетвером точно можно бомбануть. Это из острова Капри в Неаполь. Вот, там 31 километр. Вот, если, например, вчетвером, то ну, там, по 7,5, по 8 километров по очереди, там, километра по 2 плывем, меняемся, и можно классно проплыть. Так что... По времени? Нет, в команде, конечно, участие.
Есть 6 человек. Вот. Ну, можно до 6 довести. Ну, вот. Про СК-6 говорят, я разговаривал с ребятами, которые вот плавают эстафетами, иностранцы. Они говорят, СК-6, то в лодке долго сидеть, вот. Ну, ждать. То есть у тебя опять этих людей, которые должны проплыть. Ну, поэтому лучше вчетвером. Вот, в общем, это вот моя история, поэтому, собственно, я здесь, и поэтому я вам хочу кое-что рассказать о плавании на открытой воде. Моими, ну вот, наверное, два учителя по открытой воде были, это оба тренеры в I Love Swimming, Владимир Евгеньевич Смирнов. Есть кто-то, кто тренируется у Евгеньевича? Вот. Ну, я тренировался к Гибралтару с Владимиром Евгеньевичем, я ходил к нему на тренировки, просто вот наши стандартные группы, и шарашил, вот что он говорил, я то и плавал. Вот. Вообще не думал. Вот, надо ли мне что-то по-другому делать, я просто делал то, что он говорит. Вот. Владимир Евгеньевич Смирнов — это у нас тренер продвинутых таких групп. Он был тренером на Олимпиаде... О, а это с Истры, кстати, да. Вот, это мы свою открытую воду делаем. Он был на Олимпиаде в Атланте главным тренером сборной. И, в общем, у него есть опыт. А второй... Человек, который очень здорово мне помог с Гибралтаром, хотя сам он Гибралтар не плавал, но это были вот, ну, большинство сегодняшних уроков, это из его, ну, из разговоров с ним и моего личного опыта. И вы, кстати, если вам понравится вообще вся эта тема и захотите углубиться, то вы на канале I Love Running, наверное, в YouTube можете найти лекцию с Алексеем Акатьевым. Вот, это... Первый российский серьезный пловец на открытой воде, чемпион мира по открытой воде, как Владимир Евгеньевич его называет, такой Гагарин открытой воды. То есть он был первым русским, кто вообще начал показывать там результаты, и первым, кто выиграл чемпионат мира. И потом он стал главным тренером сборной России по плаванию на открытой воде, и до недавнего времени им был, вот, до Казани, до чемпионата мира в Казани. Вот, и он тоже ведет у нас команду. В прошлом году он вел команду к Оушенмену испанскому. Вот. И у Акатьева, у Алексея невероятный опыт в открытой воде, но в профессиональной. Тут тоже надо иметь ну, такое понимание, что профессиональное плавание на открытой воде, оно несколько отличается от нашего с вами плавания на открытой воде. И поэтому я, ну, расскажу такую вот некоторую среднюю версию, которую вы можете использовать уже вот прям не отходя от касс. Вот. Ну что, погнали? Прям по пунктам. Первый пункт, который очень часто всех волнует, это тренировки. То есть, а как тренироваться к открытой воде, если, типа, на улице зима? Вот, или как вот, ну, май такой, да, у нас. Вот, как же быть? Вот. А, кстати, ну, давайте небольшой вопрос. А кто вот в мае уже какую-то открытую воду плывет, зарегистрировался, там, собирается? Кубок чемпионов, да. Кто плывет Кубок чемпионов, поднимите руку? Большинство. Ну, много. Классно. А кто этим летом уже что-то плывет? Вот прям железно. А кто не поднял руку? Вы просто заранее пришли. Вы не плывете за компанию? Нет, я пока завершаюсь, только второй. Окей, хорошо. Ну, уже заранее, чтобы знать, да, что там. Да, классно. И за компанию. Да, и за компанию. Классно. Да, по опыту... своему и всех ребят, с кем вот я знаком, кто плавает открытую воду в любительском режиме, подавляющее большинство людей тренируются в бассейне, ну, и профессиональные спортсмены тоже. 80% тренировок или даже 90% тренировок — это тренировки в бассейне. Поэтому можете вообще расслабиться, если вдруг вам кажется, что вы недотренировываетесь. Тренировки проходят в бассейне. Вот. Можно в бассейне имитировать открытую воду, об этом я тоже немножко расскажу. Вот. Но оставшиеся 10-20% здорово проводить на открытой воде. Соответственно, где ее взять, открытую воду? Я так в общем. Зимой открытую воду можно взять там, где тепло. Можно съездить в отпуск, ну, совместить, например, новогодние праздники или еще какие-то праздники, или просто отпуск с поездкой туда, где тепло, и вы можете поплавать в открытой воде. Что? Да, например, зимой очень хорошо из таких не очень далеких плавать в Дубае. Ну, в Арабских Эмиратах. Там залив, он очень теплый, летом в нем невозможно плавать, там жарко. И, кстати, это очень опасно. Плавать в теплой воде. И в Дубае проводятся соревнования по плаванию на открытой воде, и там несколько
печальных случаев было с профессиональными пловцами. Ну вот, так что, и это из-за перегрева. То есть, и после этого, кстати, ввели правила по температуре, и там, по-моему, выше что-то 26-27 градусов нельзя проводить заплывы на открытой воде у профессиональных пловцов. Ну вот, а в Дубае вода может достигать и 30 градусов. Вот. Поэтому, да, в такой воде много плавать нельзя. Но зимой хорошо. Вот. А, либо еще из таких недалеких мест есть Кипр, есть Греция, там Крит, Родос. То есть вот эти все острова, начиная с апреля, вот там можно неплохо плавать. Вот. А, соответственно, чему надо научиться в бассейне, чтобы потом переложить на открытую воду? Вот сейчас проведем вопрос, кто вот это... Во-первых, про стили плавания. Мы говорим только про кроль. Остальные стили плавания на открытой воде не нужны. Ну, только чтобы на ней держаться, может быть. То есть мы в любом случае говорим только про кроль. И в кроле, чему надо научиться в бассейне, это дышать на две стороны. Первое, чему надо научиться, это дышать на две стороны. Поднимите руку, кто уже умеет дышать на две стороны, на обе стороны. О, классно. Я просто очень часто сталкиваюсь, ну, вот среди триатлетов, например, есть люди, которые, вот он дышит только на одну сторону, то есть у него нормальная голова, например, влево только поворачивается, он только налево дышит, или только направо. И когда я ему говорю, слушай, ну хорошо бы научиться на обе стороны. Да ладно, типа на одну тоже нормально, я почитал, типа говорят, что окей. Но в открытой воде будет проблема, потому что если волна будет с той стороны, и он не сможет дышать на другую сторону, то он просто будет захлебываться. Вот, и, а как, куда деваться? Вот, и поэтому обязательно, если вы не умеете дышать на обе стороны, научитесь дышать на обе стороны. Первое, что стоит сделать вот, перед открытой водой. Вот. Второе, что стоит делать, это научиться прямолинейности движения. Если в том бассейне, в котором вы делаете, например, самостоятельные тренировки или еще где-то, вот вы можете попасть в бассейн без дорожек и без этих плиточек, пусть он даже будет не очень длинный. Вот, попробуйте там поплавать прямолинейно, то есть просто научиться плыть ровно. Ну, вот, в этом плане из открытой воды, конечно, здорово помогает в Москве гребной канал в Крылатском. Вот, там можно круто научиться плавать прямолинейно, потому что он ровный, и берег рядом. То есть ты берешь, например, там 2 метра от берега и плывешь. И вот эти 2 метра от берега все время держишь. Потом как бы тело начинает привыкать, и ты учишься плавать ровно. Какая проблема будет, если вы не научитесь ровно плавать, как вы думаете? Ну да, вы будете просто проплывать больше, чем нужно. То есть будет дистанция там миля, а вы проплывете там, полторы. Вот. Зачем? И это не единственная проблема. Есть еще вторая в групповых заплывах. Ну да, вы будете все время кому-то мешать. Или вам будет казаться, что они вам мешают. Вот, но это как в анекдоте, да, там про... Да, все едут на встречу. А есть, возможно, гребном, просто ты что, пришел и уйдешь? Ну, в принципе, да. И если прийти в то время, когда там нету тренировки гребцов, и никому не мешать, и веслом не получить по голове, то почему нет? Вот, с краешку. То есть я бы не рекомендовал, если будете плавать гребном, заплывать дальше, чем первая дорожка. Вот, они по первой не гребут, а по ней нормально можно плавать. Берег рядом, всегда можно выйти, то есть очень безопасно. Я когда вот только-только начинал тренироваться, гребной канал был для меня, ну, летом такой вот, я там много тренировок проводил, и самостоятельных плавал. Ну, тогда еще мало было пловцов, сейчас, конечно, мы все туда придем, гребцы скажут, что алло, да, да. Ну, они там и так уже жестят, но если какое-то найти время, там, утро раннее или там вечер поздний, то нормально. Вот, про дышать на обе стороны сказал, про прямолинейность сказал. А дальше очень важный момент, третий, это умение ориентироваться на открытой воде, вот. И этот навык очень сложно развить в бассейне, поэтому здесь вам необходим опыт плавания на открытой воде. И здесь есть два варианта. Первый вариант, самый простой, это выбрать человека, который умеет ориентироваться и плыть за ним. Но иногда может быть ошибка. Вы думаете, что он умеет, он не умеет, и он вас заведет куда-нибудь не туда. У меня так было даже в одном из айронменов, я делал как-то года 4 назад айронмен в Барселоне, и там такое было сильно волнительное море, то есть прям такой полушторм, вот, и я достаточно хорошо был готов и быстро поплыл, и была такая небольшая группка, человек, наверное, из 5, они тоже все хорошо плыли, и все, я просто
плыл за ними. Вот. И в итоге в какой-то момент они все остановились. Вот. И мы так смотрим, и из-за волн не видно, куда плыть, и буйков не видно, буйки снесло. Вот. И мы стояли и думали, блин, что делать. И в итоге основная группа людей, которые медленнее на нас плыли, они с лодки сопровождения уплыли туда, куда надо, а мы уплыли вообще в другую сторону. Потом возвращались, догоняли их. Вот. И в итоге там проплыли на километр больше. Ну, поэтому тут важно тоже не прогадать. Вот с этим вот, кто вас будет вести. Либо второй вариант — надеяться на себя. Это хороший вариант, особенно поначалу. Научиться ориентироваться, выбирать ориентиры на берегу и по ним выстраивать свой маршрут. Я вот сегодня, чтобы это все не осталось голой теорией, я вам на примере Босфора чуть-чуть расскажу. Кто Босфор плывет в этом году? Ну, отлично. А кто когда-нибудь планировал бы сплавать через Босфор? Есть такие? Ну, вам будет полезно и будет хороший пример и практика. Итак, дышать на две стороны, прямолинейность, ориентирование. Вот, по поводу ориентирования на открытой воде, самое главное — это просто научиться выбирать ориентиры на берегу, вот, и поднимать голову вперед. Этому можно научиться в бассейне. Что делать, когда волна? Ну, тут ничего, то же самое все делать. То есть, ну, просто надо понимать, когда она идет, и вдыхать, да, не так часто, в тот момент, когда ее нету. Вот. Или в тот момент, когда... Ну, вот это сложно. То есть, когда волна, и я только что рассказал пример, что тогда сложно. Вот. Ну, все равно, ну, на волне смотреть вперед. Вот. Да. Вот по поводу вдоха вперед. Всем идея понятна? Что это такое? Не все умеют, но да. То есть это вдох, который вы делаете на грибке. То есть вы опираетесь на воду, поднимаете голову, вдыхаете, в этот момент делаете грибок и потом кладете обратно. То есть не в сторону, а вперед. Вот. Это не так сложно, и этому точно можно научиться в бассейне. Вот. Но это, да, ну тут нужен опыт, то есть когда там кто-то говорит, что вот там каждые 6 грибков надо, то кому-то и почаще надо, вот, а кому-то и пореже. То есть это зависит от того, умеешь ли ты прямолинейно плыть. Вот, если ты умеешь прямолинейно плыть, тогда можно и не так часто смотреть. Вот, и если ты умеешь выбирать ориентиры сбоку, вот, например, если плавание проходит вдоль берега, ну на Босфоре, там, ты плывешь, у тебя всегда есть берег справа. Или слева. Потому что ты плывешь по реке, как бы. У тебя есть берега там. Вот. И тебе не так часто надо смотреть вперед, потому что ты можешь боковым зрением как бы видеть расстояние до берега, и правильно ты плывешь, неправильно видеть ориентир. Вот. И иногда смотреть вперед, там, не знаю, раз в минуту. Ну, потому что тоже все время дышать только вперед, это сбивает ритм. Поэтому... Но этому надо научиться. Вот этому, это можно сделать в бассейне. То есть прямолинейность можно учить в бассейне. Можете с закрытыми глазами поплавать. Тоже, кстати, учат прямолинейности. Только аккуратно. Не врезаться в бортик. Вот. Второе. Ориентирование тоже вы можете научиться в бассейне. Дышать на две стороны вы можете научиться в бассейне. Плавать в группе. Если это групповой заплыв, тоже можно научиться в бассейне. Если вы тренируетесь в школе или там в команде, то наверняка тренеры с вами, ну, у нас, по крайней мере, они любят это дело, когда они имитируют масс-старт. Вот, и там вшестером на дорожке погнали. Вот. Все, вы учитесь плавать в группе. То есть, чего нельзя сделать в бассейне, по большому счету, две вещи, вот, которые у меня здесь записаны. Это... разобраться со страхом открытой воды, если он есть. Но в той или иной форме есть у всех и всегда. Вот, потому что океан, ну и вообще вот эта вода, она очень, ну, не изученная нами, и хрен его знает, что там, и поэтому... Вот, там правда непонятно, что глубоко особенно. Вот, поэтому вот, с точки зрения привыкания и отсутствия страха этому в бассейне не научиться, и здесь надо идти в открытую воду. И второе — это то, что, ну, можно учиться в бассейне, но скорее не в самом бассейне, а в душе, это акклиматизация. Если плавание в холодной воде, то надо в холодной воде тоже поплавать. Вот. Вот это две вещи, которые вот прямо в бассейне нельзя сделать. Все остальное можно сделать в бассейне. Поэтому... Понятно, что лучше иметь опыт плавания на открытой воде, но если у вас его большого нету, то не переживайте, ничего страшного, это не может
катастрофически повлиять на ваш результат. Вот. Наберетесь этого опыта в боевых условиях сразу, в своем заплыве. Ну, вот это то, что касается тренировок. Какие-то вопросы есть по тренировочному процессу? Ну, такому, в общем, к открытой воде. Все ясно? Точно? Давай. Макс, ты сказал про ледной канал, где-нибудь еще плавал? В Москве? Ну, плавал я еще в Строгино. Вот, но там много людей и моторных лодок, вот, и это реально стрёмно, потому что там на этих, на гидроциклах еще люди гоняют, на вейках, то есть там намотает. Сейчас уже они там вовсю, конечно, в костюме, на вейке, там сейчас уже очередь. Вот, поэтому, а в Грибном там только лодки и с веслами, и они, в принципе, не мешают. Вот, еще два пруда возле велотрека в Крылатском, где мы тренируемся, они тоже, то есть они на первый взгляд так непрезентабельно выглядят, но в целом я вот с 2009 года там плаваю и до сих пор вот живой, и даже ничего не отросло, не наросло, ну, так что все ок. А? Ну, на Истре можно, да, вот эта фотка с Истры, мы делаем там заплыв летом, мы с удовольствием вас всех туда пригласим в июле, каждый год мы делаем там большое, как он называется, Big Swim Day, да, Big Swim Day, вот, но на Истру надо ехать, поэтому специально тоже так не наездишься, да. Какие еще есть водоемы в Москве? А, Мещерский пруд, да, там тоже кто-то живет на, в тех краях. Вот, то можно это сделать. Еще есть, да, еще есть Москва-река, вот, где Ленинградка, где вот Royal Bar, вот в всех краях. Но там, кстати, самая чистая вода в акватории Москвы, потому что она оттуда приходит. То есть дальше вот Строгино, Серебряный Бор, это все уже ниже. И поэтому там, в принципе, нормально можно, но там тоже там куча кораблей, этих лодок, то есть там особо не поплаваешь. Ну, вдоль берега можно, да, так. Вот. Но это я про безопасность еще тоже расскажу. Вот, давайте дальше к экипировке перейдем, вот, потому что есть свои нюансы. Первый нюанс, который очень многие, кто только начинает на открытой воде плавать, не знает, это солнцезащитный крем. Вот, вообще как, в воде очень быстро обгораешь, и плечи, шея, и да, спина, то есть если не намазаться, то особенно там вот Босфор, там час, там полтора плыть, и если не намазаться кремом, вот, поэтому купите крем, который водостойкий, вот, сразу. Вот. И второй, это Body Glide или вазелин. Ну, лучше Body Glide, он сейчас продается в специализированных магазинах, там, триатлетских, в интернете. Это твердый вазелин в виде стика, чтобы руки не марать, когда ты можешь намазать все трущиеся части. Это вот подмышки, там, здесь. Даже если длинный заплыв, такие штучки, вот у мужчин, например, как этот, веревочка на плавках, вот, если ее не намазать, то она может там протереть очень глубоко, серьезно. Ну, потому что ты делаешь движение, она чуть-чуть сдвигается, там соленая вода, вот, то это смерть. Вот, поэтому все-все-все вообще, что как-то где-то может соприкасаться, надо намазать бодиглайдом. На Гибралтаре это вообще прям must. То есть там просто слоем надо все намазать. Ну да. Вот. Единственный такой нюанс, связанный с бодиглайдом и с вазелином, не надо мазать им ладони. Потому что если вы намажете ладони, то чувствительность воды, она теряется, и будете плыть как вот в невесомости. А его сложно смыть, особенно вазелин. Поэтому если вы уж мажетесь вазелином, то тогда перчатки тоже купите. Вазелин, перчатки. Да, и вы готовы к заплыву на открытой воде. Вот. Например, на Гибралтаре мы покупали вазелин строительный в Испании. Он в такой банке продается, там 2 литра, вот, чтобы прямо намазать человека целиком этим вазелином. Я был в гидрике, да, но отец мой, он был без костюма. И мы втроем плыли, нас двое было в гидриках, и мы мазали вазелином только трущиеся части. А он был без костюма, и Рафаэль сказал, типа, намажьте его вазелином. Вот. А, ну, он еще для согрева привез с собой гусиный жир. Потому что гусиным жиром тоже можно обмазаться. И мы смешали вазелин с гусиным жиром. Это так
смертельная смесь. Вот, и полностью намазали. И все, ему было тепло, хорошо. И... Вот. Единственная проблема, что потом эта смесь, она не смывается вообще. Есть единственное средство, которое смывает, и нам Рафаэль тоже об этом рассказал, это фейри. Поэтому говорит, возьмите с собой баночку фейри. Мы взяли баночку фейри на лодку. Да, перчатки, баночка фейри, вазелин и гусиный жир. И потом можно что, где, когда, знаешь, вот в черный ящик отправлять, чтобы не угадали, для чего этот набор. Никогда не угадали. Вот. Ну, в общем, да, потом фейри, он намылился, прыгнул, все, и отмылся. Так что, да, вот такая тема. Вот, про санскрин сказал, про вазелин сказал, по поводу очков. Для открытой воды очки вообще супер важная тема, потому что если у вас они там подтекают, давят, еще что-то, то представьте, вы плывете час, например, или полтора часа, у вас нету бортика, чтобы взяться там их поправить, то есть это должны быть очень удобные очки, поэтому ну, не поленитесь, найдите вот того производителя, ту модель, которая вам реально подходит, вам в них максимально комфортно. Вот, сейчас ну, вариантов масса, поэтому это прям must. Что? Ну, ТИР хорошие очки, Аквасфер хорошие очки, Спида хорошие очки, Арена хорошие очки. То есть, да. Можно. Да, берете очки, прикладываете их к лицу, вот, прижимаете чуть-чуть, и они должны держаться. Ну и не сразу падать, то есть они должны достаточно комфортно, и потом только резинку накидывайте. Вот если вы их прикладываете, они сразу отваливаются, возьмите другие. Вот, поэтому. И плюс еще для открытой воды лучше очки брать чуть побольше, потому что в них обзорность лучше, и вам же там, ну, то есть некоторые даже в масках плавают, в таких вот, есть для плавания маски. Вот. Мне маски не очень нравятся, но вообще люди плавают в масках. Ну, мне вообще все хорошо видно. И... Еще по поводу очков очень важно, чтобы они были в соответствии с той погодой, в которой вы плывете. То есть если вы плывете в солнце, то они должны быть темными, потому что иначе будет слепить солнце. Если вы плывете в там, тумане или в каком-то мраке, то они должны быть светлыми. Вот поэтому купите две пары, светлые и темные. Вот это нормальная абсолютно тема. Вот, можете, ну, попробуйте их там в бассейне. Но вот у меня, например, очки для открытой воды, я в них в бассейне не плаваю. То есть у меня для бассейна одни очки, а для открытой воды другие. Вот, они как-то, я их берегу, вот, не плаваю в них в бассейне. Вот, это то, что касается очков. Дальше, купальник. Ну, купальник прежний остается. То есть вообще для заплыва должен быть максимально проверенный купальник. То есть никаких новых там, потому что что-нибудь натрет где-то обязательно. Поэтому такой, который уже там повидал. Ну и если холодно, то поверх него одевается гидрокостюм. Вот, про гидрокостюм скажу чуть подробнее. Потому что, ну, особенно те, кто только начинает, не знаю, как бы разница, есть разные костюмы, то есть, например, костюмы для вейк, ну, для вейка, для серфа, это другие костюмы, то есть для плавания и для вейка это разные костюмы, потому что они делаются из разного материала, то есть из разного неопрена, которые абсолютно различную, вот как это, там, flexibility, да, то есть они абсолютно разные. В чем идея плавательного костюма? В том, что в нужных частях, а именно нужная часть, это, например, плечевой пояс. Он вот здесь достаточно тонкий. И плюс он гладкий. И вот эта его гладкость, такой гладкий неопрен, он не впитывает воду. То есть он как бы отталкивает наоборот. И поэтому в таком костюме вы скользите по воде. Скольжение очень важно. Например, если мы берем гидрокостюм для серфа, те, у кого есть там серфовый костюм или у кого-нибудь его одевали, то он вот такой. А это материал, который впитывает влагу. То есть вы в нем плывете, а он как бы не скользит, а наоборот как бы тормозит вас и воду забирает. Ну, это так сложно ощутить прямо в моменте, но если вы поплывете хотя бы километр, то, во-первых, вы его проплывете значительно медленнее, чем даже без костюма, если вы поплывете в таком костюме. А во-вторых, у костюмов для серфа или там, для рыбалки есть костюмы, ну, чтобы он там не мерз человек,
рыбачить. Вот. Вот то вы в нем просто не сможете совершить большое количество вот таких движений. То есть в какой-то момент просто плечо устанет, и вы не сможете, и вы будете вот так вот уже. А потом вот так. Вот. Поэтому очень важно, если вы покупаете костюм, то покупайте костюм для плавания. Идея понятна? Вот. Дальше внутри производителя, ну, производители бывают разные. Производители отличаются кроем и некоторыми такими усовершенствованиями в виде, вот, например, панелей в районе бедер, которые поднимают чуть-чуть бедра в воде, чтобы положение тела лучше было, в виде толщины самого неопрена, в виде там конструкции замков. И сам неопрен у плавательных костюмов, он бывает нескольких типов. Это примерно как у автопроизводителей есть там Mercedes C, E, S. Вот. То есть они вроде все как бы Mercedes или там BMW 3, 5, 7. Вот. Но при этом они чуть отличаются. Вот это S. Ну, это 7. То есть это прям топ. То есть он, чем он топ? Тем, что он тонкий, вот здесь. Он легкий, и он, ну, такой вот прям максимально обтягивает, лежащий по телу. Вот, ну, там тот, который 5, будет, ну, чуть попроще. Тот, который 3, будет еще чуть попроще, но в целом они все хороши. Вот. И они отличаются по цене. Поэтому если вы увидите у производителя, там, у Sailfish или у Tyr или еще у кого-то, что костюмы отличаются по цене, значит, они отличаются неопреном, из которого они сделаны. Вот. В идеале, конечно, чем сложнее ваша задача плавательная, тем лучше бы костюм я вам рекомендовал. Вот. Ну, то есть если уж вы там плывете что-то там, фантастически непростое, ну, купите хороший костюм. Вот я тут не так давно встречался с Федором Конюховым, кому-то уже рассказывал. У меня он неизгладимое впечатление произвел в личном общении. И он два раза на Эверест ходил, ну, помимо всех своих подвигов остальных. Вот. И мы что-то у него спрашивали про Эверест. И он говорит, ну, типа, вот к Эвересту надо морально как бы созреть, вырасти. И физически вырасти, и духовно вырасти, и финансово вырасти. И для меня это было таким шоком, потому что, ну, если вы видели Федора Конюхова, да, ну, у меня образ был, то есть я до этого читал про него, видел, что это такой мужик с бородой, вот, который на лодке через Тихий океан там, вот, или через Атлантику, а у него в штабе стоит лодка, на которой он плыл через Тихий океан. 330 дней, по-моему, он плыл, больше 10 тысяч километров. На лодке, на весельной. Вот. И эта лодка, знаете, как она выглядит, эта лодка? То есть в моем представлении, да, это была типа, ну, типа деревянная, знаете, там из досок сколоченная такая. И тут этот Робинзон Крузо, вот, на этой лодке. Вот. Да, оказалось, что это вообще нереально технологическое устройство. То есть это карбоновая лодка, сделанная там на каком-то мега-крутом заводе, которая там кастомно сделала эту лодку под него, с его габаритами, с его размерами. И там с нескольким набором весел, эти весла разного веса, для того, чтобы их чередовать, чтобы разные группы мышц работали. Вот такая лодка. И вот он на ней плыл через Тихий океан. Вот. И он говорит там про Эверест, что типа если ты собираешься на Эверест, то ну как бы подготовься к тому, что у тебя должен быть там лучший костюм, лучший баллон, там лучший гид. Ну потому что это же типа выше самая высокая гора. Че ты, говорит, туда пойдешь в лаптях? Вот. И вот мне кажется, что с плаванием, ну, какая-то похожая тема. То есть если какая-то сложная задача, ну, надо экипировочно к ней тоже как бы подойти хорошо. Вот. Это то, что касается костюма. Есть какие-то вопросы по костюму? Да. При какой температуре воды вообще имеет смысл брать костюм? Есть же еще костюмы с шортами, есть еще без рукавов. Когда будут такие использоваться? Ну да. Но вообще универсальный костюм – это вот целиковый. То есть я бы, если вот один костюм иметь, я бы рекомендовал купить вот такой. То есть с ногами и с руками. По правилам соревнований в триатлоне, например, при температуре ниже 17 градусов костюм обязателен. То есть если вы будете участвовать в триатлонном старте, и вода будет там 16,5, то и у вас не будет костюма, вас не допустят к старту. Но 16,5 — это холодная вода. То есть это вот надо зарегистрироваться на какой-нибудь там Ironman UK, там, где-нибудь, который в сентябре. Вот, тогда там точно будет дубарь.
А если температура воды выше 24 градусов, то костюмы запрещены. То есть после 24 нельзя плавать. Вот, и, соответственно, промежуток между 17 и 24 – это промежуток, когда вы можете сами решать, использовать костюм или нет. Вот, соответственно, кто-то решает использовать прям в любое, при любой температуре, кто-то нет. Ну, вот, вообще, конечно, до 20 градусов, если вода, то в костюме комфортнее. После 20-21 уже зависит от вашей адаптации. Потому что кому-то уже может быть жарковато и без костюма легче. Но костюм, он повышает плавучесть, он поднимает вас выше и он добавляет скольжение. Поэтому, в принципе, результаты в костюме всегда лучше, чем без костюма. Причем, чем хуже вы плаваете, тем больше добавляет костюм. Вот, это, ну, то есть, чем лучше вы плаваете, тем меньше он добавляет. То есть люди, которые хорошо плавают, они примерно одинаково плывут, что в костюме, что без. А кто только учится, те вот в костюме гораздо лучше. Да. Скажите, пожалуйста, какой ценник на костюм? Потому что можешь на Алиэкспрессе, Ну, я так, честно говоря, прям по ценам не знаю, но, наверное, 1015 рублей какой-то вот самый базовый костюм у одного из известных брендов. И, ну, и дальше там до 50 примерно. Ну, у кого-то, может, и до 80. Ну, вот этот топовый костюм стоит в районе 600 евро. Я бы, да, и я бы еще смотрел на бренд, то есть, чтобы это был какой-то плавательный бренд. Например, Sailfish — это немецкая компания, там ее сделал Йен Сиберсон, который быстрее всех плавает в Ironman, у него 42 минуты результат в Ironman в плавании. Ну, вот, он сам фигачит эти костюмы, там, разрабатывает их. Тир — это Бог тоже, там, Спида, будь здоров, там, тоже. А если какой-то ноунейм, то я бы так лучше, ну, какой-то более-менее проверенный. А то, что костюм, да. Обязательно. Ну, сейчас, да. Не-не-не. Он натирает шею, и из-за того, подходит он вам вот здесь или нет, и как качественно он здесь сделан. То есть, конечно, если это хороший костюм, например, здесь даже вот эта штука, липучка, она сделана мягкой. Ну, то есть можете ее потрогать. То есть она может быть жесткой, как обычные липучки, а может быть мягкой. И, например, когда она мягкая, то она, конечно, уже там, даже если она будет соприкасаться, она будет меньше натирать. Плюс сам воротник, плюс его крой. Но если мы говорим о Гибралтаре, то надо купить баф и одеть его под костюм. А баф полностью пропитать в вазелине. Но в плавательных там в миллиметрах их, по-моему, особо не меряют. Там есть два варианта. Есть костюмы для тех, кто хорошо плавает. У них, ну, меньше вот этой, как оно в английском называется, buoyancy, да, типа плавучесть. Вот. А есть те костюмы, у которых чуть больше здесь для лучшей плавучести, если ты не очень хорошо плаваешь. Но это, наверное, 5. А те, у которых меньше плавучести, то 3. Ну вот у Sailfish, например, вот эта модель G-Range, это для тех, кто... Да, это для тех, кто хорошо плавает. То есть у нее мало здесь вставок, которые бы поддерживали тело на плаву. То есть оно просто там облегает, и скользишь хорошо, и не мерзнешь. Вот. А есть вторая модель, она даже чуть дешевле. Я не помню, как она называется. По-моему, One. Да? Следующая. Она точно такая же, только в ней вот как бы добавлены здесь еще такие вставочки, которые тебя чуть поднимают на воде. Вот, и как раз если вы только учитесь плавать, то это будет хорошо, это как раз, видимо, 5. Вот. Ну вот обычно два типа костюмов. То есть обычно вот у тех, кто их продает, всегда можно спросить. Там сказать, я пока только учусь, мне вот лучше с плавучестью. Или там я уже это монстр плавания, поэтому акула. Вот, поэтому мне можно без плавучести, так, чтобы полегче было. Вот это то, что касается костюма. Как его надо одевать, тоже могу в двух словах рассказать. Во-первых, он одевается снизу, ну, понятно, снизу вверх, то есть посекционно. То есть вы сначала одеваете его до колена, оба колена одели, потом до пояса, и потом только выше, и потом точно так же до локтя. То есть надо его пытаться за один присест одеть. То есть его надо одевать секциями снизу вверх. Идея понятна? Вот. А потом, когда вы его оденете, то на сухую его будет достаточно сложно снять, потому что он хорошо снимается, когда он мокрый. А когда он сухой, то не очень хорошо снимается, надо будет чуть помучиться и вспотеть.
Вот. Да, но это происходит сразу, да. Вот, еще очень важно тоже, ну, те, у кого нет костюма, и вы его когда-нибудь приобретете, он у вас будет, то это костюм мокрого типа. То есть, если вы думаете, что вы оденете костюм, и вы там будете сухими, это не так. То есть, вы его оденете, дальше вы начнете заходить в воду, и вода плавненько здесь вот так начнет тоже подниматься. Вот, она должна не сильно подниматься, потому что он должен хорошо облегать, но она все равно будет попадать внутрь. И это нормально, она должна туда попасть. Как работает сугрев в костюме? Вода попадает сюда, от вашего тела, которое 36,6, а вы еще волнуетесь с утра, 37, вот. Вода, это тонкий-тонкий слой воды, он быстро нагревается, неопрен не дает ему, ну, как бы не дает теплу уйти. И получается, что у вас такая вот, такая естественная термоизоляция образуется в виде вот этой воды теплой. И все, и вы там быстро согреваетесь, потом начинаете еще интенсивно работать, она догревается, и все. Поэтому такая вот схема. Поэтому, например, если костюм с дырками, а такое бывает, когда начинаешь там его ногтями по неопытности драть, вот, и он потом тут как будто рыбу погрызли, да? Вот. Ну, это такая шутка есть. Выходит весь... У меня вот один костюм есть старый, он весь вообще в дырках. Там, ну, не знаю, откуда они. То есть я вроде аккуратно его одеваю. Ну, там рыбы где-то кусали, там камни, не знаю, еще что-то. Вот. И, конечно, когда он весь в дырках, то тогда уже туда начинает в эти дырки все время вода попадать. И это, во-первых, снижает скорость, то есть он там притормаживает начинает. Во-вторых, не так тепло. Вот. Поэтому лучше аккуратненько к нему, к костюму относиться. Там, если у вас маникюр, то... Перчатки одевать, да. Да, перчаточки. Ну, то есть прям, потому что особенно вот на дорогих костюмах очень легко поставить зацеп или вот вообще его подрать, потому что он тонкий и такой нежный. Сейчас закончили про костюм? Нет? Если температура выбора, да, то лучше плыть все равно в костюме или все-таки можно плыть в штанах, которые тоже получится? Ну, если они есть, то можно и в штанах, да. Если есть выбор, то можно, если температура какая-нибудь там 23, например, 22-23, то можно, да, в штанах. Но у меня вот нет штанов, например. То есть я или в костюме, или уже без костюма. Да. Не, привыкать недолго, но в нем обязательно надо поплавать хотя бы разок-два до старта. Потому что все равно это не, ну, непривычное ощущение. Он же так сдавливает немножко, зажимает, тут сжимает. Там. То есть, ну, в бассейне попробуйте. То есть на крайняк в бассейне поплавать. Немного, но поплавать. Ну да. Ну ничего сложного. То есть выбежали из воды, шапку оставили на голове, очки одели на голову. Сейчас самая частая ошибка, которую делают триатлеты, они выбегают из воды, снимают шапочку с очками, и потом, блин, тут шапочка, и как его теперь снимать? Ну то есть я это столько раз видел, это очень прикольно. Но один раз сделал, потом второй раз уже, ну некоторые второй раз, правда. Вот. То есть самое главное не снимать шапочку с головы, то есть, чтобы она там осталась, чтобы обе руки были свободны. Вот. Дальше вы просто... Здесь специально сделана вот эта лента, вы просто дергаете за нее, вот так, и разлепляете липучку. Все, плечи освобождены. Вот. Потом аккуратно снимаете одну руку, это можно бежать, вот, потом снимаете вторую руку, все, он висит только на поясе. Забежали в транзитную зону, сдернули его вниз, все. Вот. Ну, либо одной ногой придержали, вторую сняли. Вот. Да, на нем можно потоптаться. Но вот в плавании, мы сегодня же не про триатлон говорим, в плавании это не принципиально. То есть вы приплывете, и дальше там можно еще в нем ходить. Если своему нраву, скажите, подойдет, да, такое вещество? Ну да, там для свимрана делают сейчас уже специальные костюмы. И вот у Сейлфиша даже есть специальная модель. Она чем-то отличается. По-моему, у нее нету этих рук. Вот. И ноги до, да, до колена. Потому что иначе бежать, в нем очень сложно бежать. Да. Поэтому, да, в свимране, вот я знаю, раньше, когда не было специальных костюмов, люди покупали обычные, отрезали у него ноги, отрезали руки. Жалко, вот. Но иначе никак не пробежишь. Да. В Марселе его надо одеть примерно минут за 25-30 до старта вы можете одеть ноги. И все, он на поясе. Да, ничего, можно ходить сколько угодно. Потом уже, когда видно, что дело к старту, ну или там же на лодке плыть надо, уплыли, вот,
говоря, скоро будет старт, то уже можно плавно начать его одевать целиком. Это зависит от правил соревнований, но, по-моему, в Марселе нельзя плыть ни в носках, ни в перчатках. Вот. Бывают старты, где можно одевать еще неопреновые носки, но это как холодно. В Марселе не так холодно, поэтому одного костюма будет более чем достаточно. Вот у меня как раз в экипировке есть. Так, я рассказал про гидрокостюм. По поводу баф, вот... Но это чисто для длинных заплывов и в соленой воде рекомендация. Какой бы ни был костюм, и как бы он вам там ни подходил идеальный, как бы вы в нем уже не уплавались, все равно вот в области шеи он может натирать. Здесь, здесь, сзади. Вот, поэтому, чтобы это избежать, есть несколько вариантов. Первый вариант, можно заклеить лейкопластырем сзади. Вот. Ну, можно таким, который не сдирается, с кожи, которая отходит только. Вот. И тогда как бы он будет тереть по лейкопластырю. Либо второй вариант. Я о нем узнал от двух немецких парней, которые плыли Гибралтар за год до нас. Они как бы использовали следующее. Они взяли баф, ну это зимний вот такой, да, воротничок на шею, вот, и засунули его просто под костюм хорошо, вот, и он, получается, был таким нейтрализующим. И мы этот баф просто обильно смазали вазелином, и все вообще промазали вазелином, в этих бафах плыли. Было очень классно, я ничего не натер вообще. И, вот. Ну, а если, это если долго плыть и соленую воду, если какие-то короткие заплывы, ну, там час, можно не париться. Просто вазелином, бодиглайдом намажьте все это место. И костюм тоже можно мазать. То есть вы когда мажетесь, то и шею намазали, и вот эту часть тоже вазелинчиком. И все, вазелин по вазелину там. В костюме? Ну, в костюме не надо тренироваться, в бассейне, потому что в бассейне и так жарко. Попробовать можно, можно даже два раза попробовать. Вот. Но прям вот полностью тренироваться, это странно в костюме. Вот. Да, пару раз можно попробовать, да, чтобы его ощутить, научиться в нем там двигаться, как переворачиваться. Вот это все. Да. Вот. В общем, опробуйте свои костюмы до Кубка чемпионов. Вопрос по поводу того, если вы плаваете в одиночку, на открытую воду пошли, куда-нибудь в озеро там, возле дачи, куда или где-то куда-то приехали, куда деть вот документы, там, ключи от машины, да, как быть вообще. Ну, это такой вопрос, то есть есть такие буйки, сейчас их даже в России продают, буйок, он герметичный, в него можно уложить там все, что вы хотите, закрыть, привязать его на пояс, и он как бы за вами плывет, он вообще не создает никаких помех. Вот, но зато в нем там все лежит. Вот, либо есть классический такой старый способ. Ключи от машины я привязывал на, эту, на веревочку у плавок, вот, и все. И, ну, все в машине оставлял. Никогда не было никаких проблем. Проблема только если у вас ключ электронный, ваша. Вот у меня так, но из электронного ключа вытаскивается металлический ключ, ты электронно оставляешь в машине, металлическим закрываешь ее, потом, когда открываешь, срабатывает сигнализация, все орет. Вот. Но привыкаешь и нормально в целом. Девочки могут, не знаю, под купальник куда-то его спрятать. Там, наверное. Ну, у меня он был привязан на плавке. Куда он уплывет? Он там на два узла привязан. Только если с плавками. Ну, я в плавках был. Ну, можно, я же сказал, да, можно сейчас. Просто раньше их не было, этих буев. Сейчас есть буи, это прикольно. Вот. Саппорт. Кстати, я бы, ну, по поводу плавать одному, я бы не очень рекомендовал делать это на открытой воде, потому что, ну, дело, мало ли там что случится, поэтому лучше хотя бы делать это вдвоем. Вот, найдите себе компашку там, либо в группе тренируйтесь, и тогда в группе будут тренировки. Либо, если вы плаваете где-то, где вы можете взять человека не плавающего, но он там по берегу может походить, то тоже неплохо. Вот. Окей, двигаемся дальше. По поводу еще открытой воды, там есть несколько вещей.
который вам надо изучить заранее. Я сейчас говорю в общем любые заплывы, потому что часто заплывы бывают там, где есть течение. Если вы плывете там, где никогда не плавали, и это какое-то сложное место, изучите течение. Какие они бывают, как они... Особенно это касается океанского плавания. В океане есть так называемые эти rip curls, то есть это течение у берега обратные. И вот если... Ну, а у нас мы же не живем на океане, поэтому мы этого ничего не знаем. И люди, которые приезжают вот из таких мест, как наши, на океан, и потом вдруг уплыли в море, и потом пытаются приплыть к берегу, а их относят все время, и они не могут приплыть, и потом рассказывают эти истории, как вот меня спасали, то в большинстве случаев вот это был как раз rip curl, то есть это обратное течение. Они устроены следующим образом. То есть вот в такой как бы здесь берег. Жук, вот. И, соответственно, чтобы из этого рип-кёрла выйти, надо просто сместиться либо вправо, либо влево, ну, в большинстве случаев. То есть и там будет течение к берегу. Вот. Но это обычно на любом океанском пляже есть информационные доски по этому поводу, там все это написано, так что вы их прочитайте перед тем, как плавать в незнакомом месте. Вот то, что я хотел сказать про течение. Вот, изучить маршрут надо. И еще в океане или в морях там бывает какая-то живность. Это тоже нюанс, но обычно живность никого там не трогает, она своей жизнью живет. Там, если это рыбы, ну, в нашем случае в Гребном канале их и нет, вот. Ну, практически, ну, то есть там какие-то маленькие рыбки, они вообще там запуганные, вот. Да, если вот вы, например, будете из Алькатраса плыть, то там есть эти котики, морские, и с ними есть нюанс, потому что они очень общительные, они реально, они могут подплыть. Вот, например, в Сан-Франциско, там все плавают в Сан-Франциско-Бэй, это такая марина, небольшое место, и там прямо вокруг этой всей марины по пирсам сидят котики, греются там, кайфуют, вот, и если начать проявлять симпатию в отношении котика, да, то он может начать проявлять симпатию в вашу сторону. И это может очень печально закончиться. Ну, то есть они не съедят человека, они просто начнут им играть, вот, и могут заиграть. Вот. Я в этом плавательном клубе в Сан-Франциско познакомился с одним из там их старейшин, у которого цель 1000 раз сплавать из Алькатраса. На момент, когда мы с ним познакомились, он сплавал типа 800 сколько-то раз из Алькатраса к берегу. Вот. И он как раз рассказывал все эти лайфхаки, ну вот про котиков, то есть... Ну, он так рассказывал это нам, что типа, ну вот, если увидите котика, не надо с ним заигрывать. Блин, я один раз в жизни увидел котика, и... У меня не было мыслей о заигрывании с ним. То есть мы просто плыли вот как раз с Мишей Ивановым вдвоем там, и вдруг котики, ну, выплыли. Они тоже такие на нас смотрят, и мы на них. И, мне кажется, они испугались, и мы испугались. Все расплылись просто в разные стороны. Ну, вот. Дельфины вообще опасности не представляют, но дельфины, их и не видно в воде. Это такая удивительная вещь, то есть их видно, когда вы вне воды. Когда вы в воде, то они могут плыть рядом, их не видно. Ну вот, я много раз это видел, там, даже вот мы плыли в Гибралтар, рядом были дельфины, они есть на фотках, но их не видно в воде, то есть они какие-то невидимые. Вот. Акулы, это можно забыть, то есть, ну, если вы там не в Австралию едете, и барьерный риф какой-нибудь плывете, или Гавайи, то, ну, здесь у нас нигде никаких акул нету, и даже, ну, в Средиземном море, там, если они есть, они маленькие, они никого не трогают, сами там боятся. Вот на Гибралтаре тоже. Гибралтар в этом плане очень безопасное место в плане рыб, потому что там очень большое судоходство, и там рыбы, они просто боятся очень этого места, они туда не заходят, и акулы туда не заходят. Они тоже, ну, там эти огромные сухогрузы, они очень их боятся, они там оплывают в сторону, поэтому можно расслабиться. Вот, а дальше то, что еще надо знать по поводу открытой воды. Если вам предстоит длинная дистанция, то очень важным становится еда и питье. Это вообще, ну, в Гибралтаре, например, это критически важно. То есть если у тебя не будет плана питания и плана гидрации, то, ну, доплыть будет крайне проблематично. Это примерно так же, как с марафоном, если кто-то бегал беговой марафон. Вот, то есть если вы просто вот побежите, то, ну, как бы мало шансов на успешный финиш, да. Вот здесь то же самое.
Вот, поэтому, ну, продумайте заранее свой план. Хороший способ, если вы плывете в костюме, просто на всякий случай взять с собой гель. Его можно засунуть в рукав. Сюда. Вот. Нет, ну он же плотно здесь. То есть засуньте его в рукав, либо вот сюда, то есть чтобы он с этой стороны был. Вот, либо даже два можете засунуть. Вот. И если вдруг, ну вот вы плывете, и что-то далеко так еще плывете, а уже хочется есть, ну достанете гель, съедите его. Вот. Запивать? Ну, столько воды. Ну, я думаю, больше полутора часов, если плыть. Вот. Меньше не обязательно. Заранее поешьте плотно и все. Ну, на Босфоре, например, мы всем рекомендуем перед стартом просто съесть либо гель, либо батончик, либо банан, и все будет хорошо. А уже на самом заплыве ничего не надо. Вот. Смотрите, по поводу старта. То, что тоже может быть вам полезно на Кубке чемпионов, масс-старт. Это достаточно стрессовая такая история, и ее лучше знать заранее и как-то отрепетировать. Первое, старты бывают либо с воды, либо с берега. С воды это значит, что все уже должны быть в воде, и потом дают старт, и все из вертикального положения переходят в горизонтальное. Это очень неприятно. Ну, то есть, потому что вертикально все стояли, вот как вы сейчас сидите, теперь представьте, вас всех положить. Вот, это у кого-то ноги окажутся на чьей-то голове. Вот, а ровно это происходит в массовом старте. То есть, особенно с воды. Вот в крылатском старт... С берега, да? Да. Ну, то это лучше. Вот, потому что когда старт с воды, вот в Iron Man часто старт с воды, то есть всех в воду завели, ну и в Ironstar старт с воды, ну, вот, в Сочи. И потом все как бы повернулись. И поэтому тут надо решить для себя и ну, как-то здраво оценить свои силы. То есть если вы не супер пока пловец, и что вы прям можете в первую линию встать и потом от всех уплыть, то не надо вставать в самый замес. Потому что этот замес, он превратится потом вот в... Ну, кучу таких неприятных ощущений. Ой, в воде было жестко. В воде было жестко, потому что как бы обычно человек сам не туда встал. Встал бы с краешку, не было бы жестко. Вот, поэтому я всегда рекомендую новичкам вставать с краю. Либо справа, либо слева просто. Ну, чтобы всегда можно было, если что, отплыть чуть в сторону. Пусть у вас получится чуть длиннее дистанция. Пусть вы не так вот прям пройдете на этот первый буй. Но зато вам будет максимально комфортно. Если мы говорим о забегании в воду, как будет в Кубке чемпионов, то там старт по чипу, поэтому вы можете вообще не переживать. Точно так же, как в беговых ивентах. То есть не обязательно ломиться к старту. Да? Пусть стартуют все, кто хочет. И вы потом зайдете, спокойно поплывете. Вот, в этом есть одна проблема, что можно потом оплывать долго, если вы быстро плывете. Так же, как в беге. То есть если вы хорошо бегаете и стартанули в конце, то будет сложно пробежать. Ну, также в плавании. Но если вы только начинаете, то можно не париться и плыть в конце и получить удовольствие от этого. Вот. Вообще, если говорить о быстром плавании, то есть те, кто уже вот, ну, прогрессирует и идет к каким-то таким быстрым результатам, то там стратегия следующая в триатлоне, ну и в плавании на открытой воде. Можно встать в первую линию и, хорошо размявшись перед стартом, быстро стартовать. Вот. До первого буя, а потом скорость снижается. В триатлоне это стратегия всех стартов. То есть быстрые ребята обычно со старта быстро уходят до первого буя, все остальные остаются сзади, и потом скорость снижается, и уже равномерно они там дальше плывут. Вот. Ну, чтобы не попадать ни в какие замесы, не получать ни от кого по лицу, там, ногами, руками. Вот, это то, что касается массового старта. Еще у меня есть один блок, последний, наверное, из такого вот домашней заготовки. Это проблемы, которые бывают, и о которых ты можешь не знать заранее. Например, первая проблема, которая бывает, это могут слететь очки. И очки могут потеряться. Да. Ну, например, на Босфоре это бывает очень часто, потому что там старт с понтона, надо с понтона прыгнуть вниз. Ну и ты даже вот когда вот так прыгаешь вниз с понтона, то если очки не крепко держатся, они могут улететь. Ну вот. Поэтому, да, первое, их можно надеть под шапочку, тогда вероятность, что они слетят, значительно ниже. А второе, можно, но это уже такое прям вот супер консервативно, но вы можете взять с собой запасные очки.
Очень, ну, маленькие очки, то есть такие стекляшечки. Можно в них потренироваться в бассейне. Они ничего не весят и ничего не занимают практически. Такие небольшие стеклянные очки. Ну, они пластиковые, но называются стекляшки. И вы можете их куда-то, если без костюма, там, под плавки тоже засунуть где-нибудь сбоку. Вот. И... Ну да, тут гели, здесь очки, вот. Тут ключи от машины, да. Ну а как? Да, да, да. Вот. Ну, ну, смотри, какая дистанция. На больших дистанциях обязательно, на маленьких нет. Да, либо в буй можно положить. Очки, бутерброды. Что? Не, не, бутерброды я пошутил. Не надо бутерброда. Ну, только жидкое что-то, да. Ну, гель жидкий, да, с водой желательно, уже разведенный прям в пакетике. Затем, это первое. Ну, короче, это, очки решаются, под шапку они одеваются, и все. Вот. Вторая проблема, которая может быть, это судороги. Такая тоже случается. Обычно это связано с холодной водой, с недостаточной разминкой и с недостаточной подготовкой, либо с недостатком магния. Ну, чаще всего. Вот. Здесь помогают бананы заранее. Вот. И, ну, в бананах много магния, калия, поэтому можно их, если их есть так, более-менее регулярно, то либо принимать добавки дополнительно. Если вы в бассейне уже ощущаете, что у вас судороги, то лучше вот что-нибудь магний, калий попить. Вот. Если все-таки свело, обычно сводят икры. Ну, редко что-то другое, обычно это всегда икра. Вот, если икру свело, то первое, что не надо паниковать, потому что, ну, это не смертельно, ее все равно отпустят. Вот, и второе, и вот иногда как бы человек начинает паниковать, из-за этого у него еще все остальное сводит. Вот. Ну, то есть он просто его так всего скрючивает, что у него просто все сводит. И тогда уже сложно разобраться, все свело. Вот, поэтому если свело только икру, наоборот, порадуйтесь, все, ничего страшного, надо остановиться, ну, как-нибудь отплыть в сторонку. Или, вот, и вращать. Обычно вот вращение голеностопа в одну, в другую сторону, оно релаксирует икру. Ну, и потом спокойно поплыть дальше. Ну, можно еще, да. Да, еще можно булавочку на плавке одеть, это тоже такой олдскульный рецепт. Вот. Да. Ну и попробовать булавки. Но это лучше заранее потренироваться в бассейне. Но в целом вот обычно вращение голеностопом, оно позволяет. Если ступню, тоже повращать голеностопом. Да, тоже. Живот? Ну, да. Все пройдет. Через какое-то время пройдет все. Ну вот, собственно, наверное, ключевое, что я хотел рассказать. Какие есть вопросы? Вопросы? По открытой воде? Про акклиматизацию. А, про акклиматизацию в холодной воде, да? Или в горячей? Про страхи. Про страхи. Про Босфор, да, я сейчас покажу. Про акклиматизацию. Есть три уровня ее. Первый, ну, как бы базовый, это такой общий температурный, то есть когда тело в целом начинает привыкать к тому, что ну, бывает холоднее, чем обычно. Второй уровень — это метаболический, то есть когда процессы внутри организма не замедляется из-за окружающей холодной температуры. И третий уровень акклиматизации — это вот кожа и все, что под ней, то есть вот процессы, которые там происходят, внутри там, капилляров, они тоже не замедляются из-за температуры. Соответственно, все это только тренировками достигается. По уровню достижения как раз самый простой, это первый, то есть чтобы не было стресса от холодной воды, этого достичь очень легко. Буквально там, ну, вот сейчас до Кубка чемпионов остается 2 недели. А вот если вы эти 2 недели, вы каждое утро вы после душа, ну, завершать будете свой душ небольшим поливанием холодной водой, причем начните очень консервативно с ног, то есть без всего тела, то есть просто... Помылись там, голову помыли, зубы почистили, все,
вроде пора заканчивать, и тут хоп, кран повернули на холодную. Подождали, пока она прямо охладится. Ну и стопы, просто стопы. Ничего, кроме стоп, только стопы. Так, чуть-чуть их ополоснули и выключили, все. Вот. Потом на следующий день уже и стопы, и, например, до колена. Так, тоже хоп, и все. Вот. Потом на третий день, ну, устройте себе такую игру. Вот, на третий день уже до пояса все ноги, о, уже холодно, все. Ну вот. На четвертый день, там, не знаю, чуть выше, там, выше, выше, выше. Ну, и, в общем, за неделю можно спокойно дойти до без головы. То есть все тело уже прям полился. Это не значит, что надо стоять под этим душем. То есть просто полили себя и все, выключили. А потом, когда дошли до без головы, потом еще и с головой. Ну, там, на следующий день. И все, и дальше просто заканчивайте свой утренний душ тем, что просто поливаете себя целиком. Вы увидите, как вас будет это бодрить. Как сразу день будет наполняться новой энергией. Ну, вот. И это... Сразу брать холодную, конечно, и просто по чуть-чуть тело, чтобы привыкало. Вот. Я несколько вещей расскажу чуть подробнее про... Ну, вот так, ну, на примере Босфора, то есть чтобы у вас была практика сегодняшнего дня. Вот. У нас еще будет отдельная лекция для тех, кто в айлавсвиминге Босфор плывет. Вот. Но здесь как бы в общих чертах, чтобы вы тоже вот все те инструменты, которые я сегодня рассказывал, могли применить. У нас теперь как-то немножко оно идет, да? Вот. Ну, в данном случае есть важный момент, о котором я говорил, это... Ну, как такая рекогносцировка местности, то есть знать, куда вы едете, где там жить, как быть, вот, и просто заранее это все учесть. И, например, то, что в Стамбуле жарко, а в Стамбуле в июле жарко, вот, значит, надо пить, там, голову закрывать, одежда должна быть легкой. Вот, это очень важный момент. Таксим — это площадь. Вот. Ну, это в прошлом году было, и сейчас там до сих пор эти всякие митинги там началось. И просто на таксиме могут не забрать, в общем, со всеми вместе. И не поплывете никуда. Вот, суббота, ну, в данном случае, день накануне старта. То же самое касается и Кубка чемпионов. То есть в идеале это попробовать воду накануне. И вообще, если... А Кубок чемпионов в воскресенье? В субботу. А, в субботу. Ну, например, да, вот в пятницу во второй половине дня доехать до Крылатского, посмотреть вообще, что там происходит, как трасса будет, там уже буйки будут ставить, там нырнуть, не знаю, попробовать. Ну, хуже не будет, правда. Это лучше, чем вы с утра первый раз вообще там все увидите. Так вы с утра приедете и уже будете знать что-то. Вот, получить стартовый пакет надо будет... На Босфоре можно посмотреть трассу на катере. Мы делаем всегда такую групповой просмотр, все рассказываем. Это важный принцип успешного мероприятия. А алкоголь очень сильно обезвоживает, и поэтому алкоголь не очень рекомендуется накануне старта. Приему. Вот. И еще это касается всяких экзотических заплывов. Если вы куда-то поедете, то там может быть какая-то экзотическая еда, вот, и которая может трагически сказаться на заплыве, поэтому лучше ее избегать. Вот. Дальше это как раз то, что я говорил, знать трассу, уметь ориентироваться. Это... Саша, можешь там выключать или ближний ко мне? Ага, спасибо. Вот. Это значит понять траекторию вашего движения. Вот это, кстати, реальная карта с Босфора. Это мой трек с одного из заплывов, с часов. То есть вот старт, вот финиш. Вот. Соответственно, надо знать ориентиры и уметь ориентироваться. Это то, о чем я тоже вам говорил. Это заранее определяться на месте уже, куда вы будете плыть, какой ориентир будет для вас ключевой на каждом из этапов.
Вот, разделить дистанцию, например, на несколько частей. Ну вот это Босфор, разделенный на трети. Это первая треть со старта до первого большого моста там. Вот, и потом на вторую треть. Она вот, кстати, достаточно такая нетривиальная, потому что тут такая бухта, и можно невзначай в нее уплыть. Вот в Босфоре, например, если в эту бухту уплыть, то потом из нее выплыть очень сложно. Ну, потому что, да, там течение, оно тут вихревое, потому что это река, которая вниз течет. Вот, она здесь как бы так закручивается, и, в общем, оттуда сложно выплыть. Поэтому надо держаться ближе к этому берегу, но если плыть близко к этому берегу, то здесь обратное течение. Вот, поэтому надо знать течение, то тоже, о чем я рассказывал. Вот, и последняя треть, это уже к финишу. Вот в Босфоре это, кстати, самый челлендж, потому что течение в реке, ну, в Босфоре, в проливе сильное, оно идет вниз, соответственно, вы плывете по течению. Когда вы плывете по течению, то течение не чувствуется. То есть вы не можете, ну, то есть вы просто вроде плывете, а при этом оно вас ускоряет, например, в два раза. Или в полтора. И может так получиться, что вы вроде вот увидели финиш, а уже поздно, потому что вы уже его пролетаете. Вот. И такие случаи бывают каждый год, когда часть ребят не доплывает до финиша, просто пролетая его. И они потом пытаются развернуться, ну, а если течение такое сильное, то как плыть против него? Ну, вот, у них не получается, их все равно сносят вот к этому мосту, а здесь уже стоит береговая охрана, которая их забирает и на лодке возвращает обратно. Вот здесь есть такой, ну, конкретно связанный с Босфором лайфхак. Это если вы пролетели финиш, то подплыть к берегу и поплыть обратно вдоль берега. Потому что вдоль берега обратное течение, и вдоль берега можно вернуться. Ну, заколебешься тоже возвращаться, но как бы хотя бы можно вплавь вернуться, а не на лодке. Ну вот, это ключевое то, что касается знания дистанции и знания течений. Вот, по поводу самого заплыва. Я вам рассказывал сегодня про вазелин, я вам рассказывал про бодиглайд. Это для пловца на открытой воде must-have вещи. То есть без бодиглайда гидрокостюм я бы не рекомендовал использовать. Вот, соответственно, ну, туалетная бумага тоже пригодится. Конкретно к Босфору она нужна на корабль. То есть там старт организован таким образом, что вы садитесь в зоне финиша на корабль, этот корабль увозит вас на старт. Но вот пока он едет, может как бы захотеться в туалет. Не факт, что на корабле есть туалетная бумага. Если она у вас есть с собой, то вы подготовлены. Главное ее потом, если она не пригодилась, оставить на корабле, не надо плыть с туалетной бумагой. Хотя бы ее. Да. Вот. Вот, соответственно, так как этот корабль еще около часа движется, то можно взять с собой гель или изотоник на этот корабль. То же самое касается вашего Кубка чемпионов. Вы проснулись с утра, позавтракали какой-то традиционной едой, и дальше у вас, например, 1.5-2 часа до старта. Ну вот возьмите с собой фляжечку, наберите в нее воды, разведите в ней изотоник, особенно если будет жарко, это прекрасно. У нас, кстати, есть фляжки классные. Вот. Вон за Васей стоят, мы недавно сделали клевые фляжки, и ее можно на все 200 рублей стоит, там можно даже нам платить, не надо опустить просто деньги в эту коробочку, на которую почему-то Вась фляжки поставили, туда не опустить. Убери их, пожалуйста, сверху. Давай откроем этот канал, чтобы деньги могли туда попадать. И вы можете взять себе фляжечку и потом в нее развести изотоник, взять ее с собой на заплыв. И взять с собой гель, например, если вам захочется есть. Или если вы захотите такого буста сахарного перед стартом, можно съесть гель за несколько минут до старта. Прям за там 2 минуты до старта и прям выбросить его где-нибудь в стартовой зоне, аккуратненько в мусорку, вот, и пойти стартовать. Ну, вот, это тоже рекомендуется часто, потому что гель, он, ну, очень концентрированный, и как раз организм начинает. Вот. Надежные очки, я уже тоже об этом сегодня говорил, либо темные, либо светлые, зависит от погоды. Вот. От погоды. В воде в гребном канале ничего не видно все равно, ни в темных, ни в светлых. Да. Там просто там не видно пальцев руки, когда ты гребешь. Да. Что? А, нет, в Сочи все видно. В Сочи прозрачная абсолютно вода. И поэтому зависит все только от солнца. То есть если солнце яркое, надо
темные очки. Если солнца нету, а пасмурно, одевайте светлые очки. Ну, потому что иначе будет плохо видно. И, соответственно, проверенные плавки купальник. Потому что если новое, то могут быть проблемы. Ну, кстати, на Босфоре вот так выглядит старт. Как видите, в принципе, никакой там толкучки, какого-то, ну, такого месса нет. На Кубке чемпионов будет так же, потому что старт по чипам. Никто никуда не спешит, то есть все идут. Поэтому вы спокойно идете, заходите в воду и плывете. Все. Соответственно, когда вы плывете, выберите ориентир, куда вы поплывете. Можете использовать людей как ориентир. Вот. Еще, я не сказал об этом в лекции, в плавании на открытой воде есть такая штука, как драфтинг. Вы можете быть знакомы с драфтингом по велосипеду, или там мотоциклу, или машине. То есть, когда ты попадаешь в приятную, да, в приятную компанию. То есть, когда человек, плывущий впереди, снимает большую часть сопротивления воды, а ты плывешь в его, как бы, да, в его струе. Вот. Это, ну, у профессионалов это очень популярная штука и используется повсеместно. У любителей чуть сложнее, потому что если вы плывете медленнее 2 минут на 100 метров, то после этого темпа, как бы, драфтинга там особо нету. Вот. То есть если быстрее, то уже есть. Если минута 30 и быстрее, то там уже существенно. Поэтому точно так же, как велики. Ну, те, кто на велике ездит, вы знаете, что если ты едешь там 20 км в час или 15, то, в принципе, вот, не особо это. А если 30 и больше, то это существенно. А использование гидрокостюмов тут регулируется как-то? На Босфоре? Они запрещены на Босфоре. Вообще запрещены? Ну да. И буев там нет, да? И буев нет. Да. Но как они запрещены? То есть там все равно каждый год бывают люди, я вот 3 раза плавал в Босфор, каждый год бывают люди в гидрокостюмах. Зачем они одевать? Там, во-первых, вода 23 градуса. То есть там, ну, 22-23, там не надо костюм, там так тепло. Во-вторых, соленая вода. Соленая вода поднимает тело и без костюма. В-третьих, по правилам там написано, что нельзя использовать костюм. Но все равно бывает 1-2 человека вдруг на корабль заходят в костюмах. Ну, наверное. А? Да на Босфоре не нужны гели, там плыть не так далеко. Там можно съесть гель перед стартом, и все, вам хватит, если вы завтракали с утра. Вот. Вот так финиш выглядит на Босфоре. То есть тоже, видите, людей много участвует, поэтому до финиша, в принципе, достаточно плотная компания плывет. Несколько тысяч человек. На Кубке чемпионов то же самое будет. То есть там от старта до финиша будет много людей, поэтому... Какие преимущества есть у таких массовых заплывов? Ну, мне кажется, что они снимают страх в плане того, что, ну, всегда есть люди рядом, то есть, если что, можно за кого-то схватиться, там. Ну, или там крикнуть, я не знаю. Если за тебя схватится, то... Такое тоже возможно. В профессиональном триатлоне там у них бывают такие игры, когда они за ноги друг друга там подтягивают. Вот. Ну, вот так выглядит, например, дистанция целиком. Вот. В Босфоре, кстати, течения разные год от года. Я вот 3 раза плавал, 3 раза были разные результаты, хотя я как бы плаваю примерно одинаково все эти 3 года. Это самое быстрое время, 54 минуты за 6, почти, ну, 6300. Вот. Но это просто потому, что течение ускоряет. Почти в 2 раза. Поэтому такое бывает. Вот. В общем, не пухло вам на заплыве. А какие еще есть вопросы? Макс. Да. Да. А что ты делаешь с этим?
Ну, кстати, очень интересный вопрос. Вот кому не слышно было сзади, там про морскую болезнь. Я читал недавно ресерч большой американский по поводу того, что это в большинстве случаев вызвано не укачиванием. Вот. Это вызвано, да, это вызвано водой, либо каким-то отравлением, либо еще чем-то. То есть они как-то вот, я могу тебе скинуть, если найду, мне было интересно. То есть они писали, что вот, типа не укачивает. Вот как-то они на людях тестили. Ну, наверное, можно. Вот, вообще, если по вот, препаратам, которые можно использовать, я бы рекомендовал, вот кому длинные и холодные заплывы плыть, это вот что-то магнисодержащее попить. И перед, и с собой взять. Мы коплыли Гибралтар, у нас было три напитка. Это был тонический напиток, минералы, соли. Это был углеводный напиток, который давал топливо. И это была биофосфина, это американский итальянский регидрон. Вот. Ну или в России есть регидрон, который вот как раз там магний, и он от судорог хорошо помогает. И вот у нас было три напитка, и мы эти три напитка чередовали, и иногда вместе употребляем. Вот. Кроме жидкого, ничего там в воде не пойдет. Ну то есть жевать, то есть там взять батончики с собой, не вариант. Жидкое на лодку. Ну, в Гибралтаре есть лодка, у тебя рядом плывет лодка. Там саппорт-команда. Каждые 25 минут по таймеру мы останавливались. Ну, как останавливались, мы подплывали к лодке, ее трогать нельзя. Ну, тебе так аккуратненько дают фляжечку, попил, бросил обратно и поплыл. Вот. Сильно там стоять нельзя на этих попойках, потому что тебя сносит, да, течением, и есть шанс не доплыть. У нас вот, кстати, наш партнер по айловраннингу в Минске, руководитель минского филиала, он в прошлом году не доплыл в Гибралтар. Да, перед нами мы плыли в начале июня, то есть и вот перед нами был слот, и там была мужчина и женщина, не знаю, там они пары или просто такие друзья из Швейцарии, и мужик не доплыл, а женщина доплыла. Вот. Ну, что-то им плохо стало, тоже его достали, а она доплыла. А вот наш минский парень, он на большой тусе плыл, как раз совершил ту ошибку, которую ты не будешь совершать, да? Вот, и... Были ребята, которые медленнее плыли, они чуть притормаживали, потом им сказали, слушайте, давайте уже вылезайте, потому что под угрозой вся экспедиция, они вылезли, ну и он уже как-то не успел доплыть из-за этого. Поэтому там, да, есть. В таких длинных заплывах есть нюанс. Далее. Ну, это вот если мы говорим про триатлон, то там очень важно это вписать еще во все остальные тренировки. То есть. Ну, минимум два раза в неделю надо плавать. Ну, нет, объем важен, но. В бассейне мы плавали, там, скажем, полтора часа. Ну, отлично. Более чем достаточно. Это, на открытой воде можно там сплавать 2,5-3 километра, где-нибудь недели за 4-5 до старта. 6. Все. Ну, километра 2 нормально. Километр туда, километр обратно. Все. Ну, на гребном канале как раз там. Километр туда, километр 2 километра. Нормально. Я, например, не большой фанат вот супер там больших тренировок. Я когда готовился к Гибралтару, у меня самая длинная тренировка была 7 километров. Я больше 7 километров вообще ни разу не плавал. 17 проплыли вообще, это нормально. Вот. То есть, ну, сейчас тренировочная тенденция во всем мире, в методологически, она уходит от ультра-длинных тренировок. Потому что ты не можешь ее нормально сделать. Какой смысл делать тренировку, которую ты не можешь нормально сделать? Вот. Это то же самое в беге сейчас. Вот кто бегает, может быть, вы знаете. Ну, нет, почему классическая программа бежит тридцатку, а ну, такая перформанс нет. То есть сейчас ну, самые продвинутые тренировочные программы — это самая длинная дистанция 23-24 километра перед марафоном, которую ты можешь пробежать в хорошем темпе.
Вот. То есть идея — это сохранить темп. В плавании, кстати, то же самое. Если вы только... Ну, вот у вас, например, был какой-то перерыв, вы не плавали, и потом решили начать плавать, то нет смысла плавать длинные отрезки. Ну, потому что вам не хватит ни техники, ни выносливости, ни силы на длинные куски. Начните с с 25. Плавайте, там, допустим, 20 по 25. Но эти 25 проплывайте хорошо. То есть так, что скольжение есть, техника есть, грибок есть. Потом там перейдите на 50, плавайте по 50. Потом перейдите на 150, потом на 200. Ну и так постепенно. То есть в этом вся идея. Чтобы ты, сохраняя скорость и сохраняя технику, мог эту дистанцию проплыть. Почему, например, вот, ну, опять же, это в основном американские методы, почему они сейчас там так критикуют всякие 30-35 километров беговые? Потому что человек, который бежит, например, там 32 километра тренировку к марафону, он не может пробежать нормально эти 32 километра. То есть он бежит их еле-еле. Вот. Ну и как бы эти ученые, они говорят, что лучше бы ты типа пробежал 22, но хорошо, в нормальном темпе, в своем рабочем, там все, чем вот 32, но вот, типа, выносливости тебе все равно хватит. Ну, вот такая гипотеза. Вот сейчас очень много, как бы, тестируется это. В плавании тоже. Вот Владимир Евгеньевич, он, ну, те, кто вот у него тренируется, может, он там вам рассказывает, они когда в Советском Союзе еще плавали, то они плавали по 150 километров в неделю. Объем. 150 километров в неделю. То есть это 3 тренировки в день, 7 дней в неделю, 21 тренировка. Вот. Ну вот в среднем можете прикинуть, поскольку там, по 8 километров каждая. Он нам рассказывал, что на сборах они 30 километров в день плавают. Да, на сборах могли 30 километров в день плавать. То есть сейчас, конечно, так не плавают уже никто. Ну то есть ни Фелпс, ни Лохти, ни никто. То есть столько. Потому что как бы перформанс важнее. То есть поляризационная модель, они больше там быстрее плавают, там, отрезки плавают, скорость плавают, силу плавают. Вот. И к открытой воде это тоже имеет отношение. То есть там шарашить эти десятки. Я знаю людей, которые, готовясь к открытой воде, какой-нибудь длинный, там плавают 10 километров в бассейне. Ну, не знаю, то есть вот там, мои вот американские коллеги и вот немцы, с которыми я Гибралтару консультировался, никто не плавал 10 километров в бассейне. Мне кажется, 10 километров в бассейне — это такой эмоциональный стресс, что ты потом... Ну, ко всему готов, конечно. Но открытую воду можно что-нибудь плавать. Вот эти двое немцев, которые плыли Гибралтар, они плавали через Женевское озеро, например. Там типа 5 или 6 километров. То есть такая у них была, такой челлендж. Вот. Я когда готовился к Гибралтару, я в Крылатском грибной канал плывал вот полтора раза, то есть там 5 плюс еще вот 2. Ну, то есть как раз у меня получалась самая длинная тренировка, вот 7 километров я там проплыл. И понял, что я так могу плыть сколько угодно долго, поэтому можно больше не тренироваться. Как вы там ориентировались? За лодкой? В канале? Нет, ну, в Гибралтаре. За лодкой, да? Да. Ну, у нас было 3 лодки там. А как проблему уклоняться отсюда? А эта лодка решала эту проблему, не мы. Да. Они же маленькую лодку все равно не видят. А нет, там лодка с этим, с рациями, со всеми пирогами. Там, ну, лодка, это, кстати, ну, в таких одиночных заплывах, экспедициях капитан — самое важное. Потому что в Ла-Манше тоже. То есть там есть течение, и у них есть приборы, которые эти течения как бы узнают. И он ориентируется по течениям, а не по там, звездам. Вот. И второе, у него есть прибор, который больших рыб. Тоже, ну, на всякий случай, холод. Мало ли там какие-нибудь киты там начнут, да. Вот. И третье, он знает маршрут, куда плыть. И поэтому твоя задача не очень сложная, тебе надо просто плыть за ним, и все. Он там где-то метрах в 100, в 150, ты его всегда видишь, просто плывешь за ним. А сбоку у нас были 2 лодки сопровождения. В смысле, организационно или? Это, ну, например, там, вдруг кому стало плохо, все, и кто-то тонет. Да, смотрите, если вы увидели, что кому-то стало плохо рядом, или если, не дай бог, вам стало плохо, то всегда надо подать сигнал, и во всех организованных заплывах всегда есть спасатели, и
они всегда помогут, то есть они быстро среагируют, они на лодках, на катерах, там, на этих, на каяках, то есть их, их может быть так незаметно, но поверьте, я имею отношение к организации IronStar стартов, и я знаю, какое количество людей задействовано для безопасности на воде, оно колоссальное. То есть, ну вот в Сочи, в акватории, где все видно вообще, там на воде около 40 человек находится, когда проходит заплыв. Вот. В каяках, лодках, этих педлбордах и так далее. То есть это... Что? И водолазы еще, да, абсолютно точно. Да, еще есть водолазы, которые находятся там, если что, они тоже могут быстро. Поэтому, если вы подадите сигнал, то спасатели помогут. Вот, и... Да нет, достаточно просто поднять руку или, ну, поверьте, человек подаст, когда ему будет плохо. Ну вот, поэтому, если вы увидели, что кому-то стало плохо, ну, можно помочь, да, как минимум подержать его на воде и вместо него, ну, как бы дать этот сигнал. Вот. Но в организованном мероприятии самому там приступать к каким-то спасениям нет смысла, то есть надо как можно быстрее квалифицированную помощь. Подплывет лодка, заберет его и все. И там они знают, что с ним делать. Вот. Поэтому... В шапочке, да. Вот. Вообще в шапочке на открытой воде всегда надо плыть в шапочке. Даже на тренировках, потому что даже если тепло. Потому что шапочка яркого цвета, она вас выделяет. И поэтому шапочку обязательно одевайте. Купите себе какую-нибудь яркую, желтую, красную. Там, ну или там голубая у вас есть. Белая хорошо видна на воде. Вот, поэтому шапочка, да. А если вода холодная, то шапочка обязательно, потому что голова очень, ну, много потребляет электроэнергии для согрева. Вот, и если с ней, как бы, она будет охлаждаться, то зачем тратить энергию? Лучше ее сохранить. Чтобы я не доплыл? Нет, не было пока. Ну, я надеюсь, не будет. Вот. У меня были дистанции, когда мне было очень тяжело плыть. Вот. Ну, то есть, 2 года назад я делал как раз ровно в это время половинку Ironman в Провансе, Aix-en-Provence, она была в эти выходные. Ну, это начало мая, было холодно, этот Прованс, он как бы чуть-чуть от берега отстоит, там карьер был, где мы плавали, карьер был холодный, вода была 18 градусов, вот, и я совершил ошибку, которую вот, ну, больше никогда не совершал, я абсолютно, ну, то есть я не потрогал воду, я вообще ее не пробовал ни накануне, ни в день старта, то есть я знал, ну, я так руками потрогал, вроде, ну, типа, прохладно, да, ладно, типа, я Гибралтар плавал. Вот. И в итоге, когда мы дали старт, и я забежал в воду, и поплыл, и меня вот прям перехватило дыхание, все, ну, прям очень тяжело, я начал задыхаться, я никогда такого не было, вот, и мне даже стало страшно, я думаю, блин, сейчас нахрен утону тут в этом Провансе, потом думаю, ну, ладно, в Провансе не так плохо, да, не так плохо, чтобы утонуть, вот, но, не, на самом деле ничего смешного не было. Потому что было стрёмно. И я отплыл в сторону, и как бы там как-то так собрался и поплыл дальше. Ну вот. И вот это большая проблема, когда холодная вода и резкий старт, то такое может случаться. Поэтому обязательно перед стартом зайдите в воду. То есть сбоку, ну вот есть еще 15 минут до старта. Холодно, утро, дубак. Вода холодная, ничего страшного, зайдите в воду, окунитесь, нырните, проплывите там 20 метров в одну сторону, 20 метров обратно, замерзните, все ок. Вот. И потом уже старт не будет таким резким. И меня как раз я в тот же год делал Норзман, и в Норзмане, в Норвегии, был сейфти-директор гонки, уникальный мужик, профессор университета Осло, который там занимается переохлаждениями. И он как раз нам рассказал, говорит, слушайте, ну, типа, самая большая проблема, которая может быть в плавании, это когда вы резко погружаетесь в холодную воду и начинаете резко в ней плыть. То есть это может приводить к летальным исходам. Вот. И поэтому в Норзмане там механика сделана следующая. Там в 5 утра на корабль во фьорде, у него открывается это забрало, всем говорят, прыгайте в воду. Вот. В темноте еще, блин, все прыгают в воду. И после того, как все прыгнули, они говорят, до старта 5 минут. Вот. Вода 10 градусов, вот. Ты уже в воде.
Вот, и до старта 5 минут. И все. И все там как-то разминаются, кто-то там уже мерзнет в этой воде. Вот, кто-то делает. Но у тебя до старта 5 минут, то есть ты ничего не можешь делать. И все, ну, как бы замерзают, чувствуют воду, а потом они говорят старт, и все. И у них нет ни одного пока какого-то проблем, ни одной проблемы. А не планируете какие-нибудь плавочные кемпы? Была идея на Кипре? Да, мы хотели на май сделать на Кипре. Да. Есть в планах. Ну, таких прям, чтобы вот, ну, летом пока не планировали. Потому что летом, в принципе, и здесь хорошо можно плавать, не обязательно куда-то ехать. Ну вот, вообще идеи по поводу плавательных кемпов, они есть. Вот. Ну, конкретики пока нет. Да. Вот из того, что мы хотим сделать по стартам, то есть сейчас есть Босфор Марсель, а есть чемпионат мира, который будет в августе в Будапеште. И у нас, ну, можно присоединиться в мастерс, да, Саш, наверное, и туда так подготовиться. У нас есть группы мастерс, которые два раза в неделю по полтора часа тренируются, и там как раз хорошо так можно. А в августе в Будапеште на озере Балатон будет чемпионат мира по плаванию. Профессиональный, то есть там все-все-все. И сразу после него, даже внахлёст, будет любительский. Он называется мастерс. Вот, можно туда приехать и проплыть 3 километра. И стать участником чемпионата мира. Это очень крутая тема. У вас будет бэджик, участники чемпионата мира, шапка, там... Что? Будапешт, Венгрия. Венгрия. А за сколько проплывешь, это не важно, потому что там будет все равно много людей, и кто-то будет плыть дольше, по-любому. Вот. Такое мероприятие было в Казани 2 года назад, когда чемпионат мира по плаванию был в Казани. И у нас целая команда ребят ездила и плыли. А сейчас, ну, вот, там, каждые 2 года проводится. Или каждый год? Каждые два по плану. А, вот Семен участвовал в Казани, кстати, в чемпионате мира. Я последний. Вот. Ну, можешь на открытие. Да, и быть этим, как бы, главным талисманом чемпионата мира. Ну, вот, вообще классная история. В сентябре у нас планируется что из открытой воды? В октябре, да, Ocean Man в Бенидорме. Вот. А, Iron Star можно, да. Ну, в эстафетах, то есть можно в Iron Star участвовать в эстафете и взять на себя плавательный этап. Пловцы всегда в дефиците, поэтому вы можете кому-то спасти команду, вот, и проплыть, например, там либо 2, либо 4 километра. Ну, в общем, вариантов масса. Но к зиме мы планируем, у нас в Дубае есть филиал школы, там зимой есть заплывы в Дубае, мы как раз хотим там сделать кемп и под какое-то соревнование. Вот. Это январь обычно. Декабрь, январь в тех краях. Я рассказал вам все, что знал. И даже чуть больше про плавание на открытой воде. Но вы всегда можете написать мне или приехать сюда, или спросить у Саши с Женей, они вам тоже все расскажут. Или вон Семена поймать. Он вообще у нас участник чемпионата мира по плаванию. И тоже вам все расскажут. 27 мая на Кубке чемпионов у нас там будет представительство. Ты, Саш, там его лидируешь? Ну. Да, так что, ну, те, кто занимается у нас в регулярных группах и туда пойдет, мы вам напишем заранее, во сколько, где встречаемся, какую-то программу и на памятку. Те, кто не занимается, но хочет присоединиться, приходите, вы увидите флаг и Love Swimming, не стесняйтесь, подходите. То вас тоже возьмем в оборот, вот. Научим делать правильную разминку перед стартом, так что welcome. Вот. Ну, в общем, всем плыть. Спасибо.